Всем привет! Продолжаем тему из серии «Как обмазать свой страйкбольный глок печатными деталями». В данном случае это цимоглок. В сегодняшнем видео я покажу два типа адаптеров под магазины от ARC и от MP5 для цимоглока. К сожалению, данные модели не бесплатные, ссылки будут в описании, а я перехожу к сборке. Первым соберем адаптер для магазинов M-серии. Возьмем основу адаптера и установим в нее кнопку фиксации магазина при помощи винта 1.84 М4 на 40 мм и пружины 5 на 15 мм. Чем жестче пружина, тем лучше фиксируется магазин. Теперь соберем фиксатор шаров. При желании можно обойтись и без этого этапа, но при установленном фиксаторе из адаптера не будут вываливаться остатки шаров, которые находятся в канале подачи. Для начала я покажу, как выглядит фиксатор в сборе, а потом установлю его в основу адаптера. Фиксатор состоит из двух разъемных частей. Для его корректной работы необходима пружинка 2 на 10 мм или на худой конец 3 на 10 мм. Затем подготовим и установим верхнюю часть адаптера. Подготовка выглядит следующим образом. Используя винты и пружины от штатного цимоглоковского магазина, установим крышки и стопоры шаров так же, как и в штатном магазине. На самом деле стопоры шаров можно не использовать, но тогда устанавливать заряженные магазины в адаптер можно будет только когда адаптер установлен в пистолет. После того, как верхняя часть адаптера подготовлена, устанавливаем ее в основу по направляющим и устанавливаем канал подачи шаров. Для дополнительной фиксации канала подачи шаров сбоку вкручивается DIN 914 М3 на 5 мм, но эта процедура не обязательна. Теперь можно проверить работоспособность. Пойдем постреляем. С адаптером для арочных магазинов разобрались. Переходим к адаптеру для магазинов от MP5. Сборка практически идентична, за исключением фиксатора шаров. Всем этим баранам на зло. Я король облаков, я пилот НЛО. Вот со мною летят, но я их не боюсь. Пусть попробуют сбить, я назад не вернусь. Подходите сюда,
В данном случае фиксатор выполнен единой деталью. Устанавливается через заднюю сторону основы и фиксируется винтом ISO 7380 M3 на 10 мм. Используем пружину 2 на 10 мм. Все остальные этапы сборки такие же. Также хочу обратить внимание на возможную неподачу шаров по каналу. Скорее всего, неподача может возникнуть из-за того, что шары застревают в канале подачи, из-за различных дефектов при печати. Так что перед установкой необходимо убедиться в том, что шары свободно проходят по каналу. И если не проходят, то можно пройтись по каналу сверлом 6,1 мм, либо круглым напильником. Адаптер собран и готов к стрельбе. Деталей для сборки не так уж и много. Можно сказать, что собрать их не составит труда, я надеюсь. Кому подойдут данные изделия? Как минимум тем, кто часто играет на пистолетах и пистолетках, а бюджет не позволяет оформить себе ГББ-пистолет с ВВД-линией и адаптером. Бюджетненько. Ссылки на модели в описании к видео. Модельки платные, но недорогие. Если что, задавайте вопросы в комментариях. На связи также группа в ВК и Инстаграм. А на этом я прощаюсь. Всем здоровья и до скорого.